Носим – это село в Усть-Кулонском районе Республики Коми. Основано в 1646 году, расположено на живописном склоне левого берега реки Носим, притока Вычегды. Люди, находящиеся на теплоходах, катерах и лодках, и проплывающие мимо по реке Вычегде, могут издалека любоваться этим самобытным селом, красиво вписавшимся в общий пейзаж. Вот цитата из книги известного исследователя и художника Бориса Васильевича Бессонова, описывающего путешествие по Вычегде в 1908 году на пароходе «Самоед». Ульяновский монастырь замыкает собой очень длинный плёс, довольно извилистый здесь Вычегды, а от него к Усть-Кулому она течет замечательно картинно. Пароход все время огибает мысы, из-за каждого открываются панорамы, одна другой лучше, синие горы, пестрящие полями, деревушками и рощами, уходят вперед и то с одного берега, то с другого, картинно вдаются в реку, где-то спускаясь полого к воде, покрытые лугами и полями, а где-то круто обрываясь в реку, поросшие как щетина еловым лесом. Несомненно, что это описание относится и к тогдашней деревне Носим, открывающейся взору прямо перед селом Усть-Кулом. Еще в давние времена, церковью святых апостолов Петра и Павла Усть-Кулонского уезда, село было утверждено как место празднования Дня Святой Троицы, что неукоснительно соблюдалось до прихода к власти большевиков в 1917 году. Празднование Дня Святой Троицы было возобновлено здесь в 1994 году и с тех пор проводится ежегодно. На праздник съезжаются жители с окрестных сел и деревень. После посещения кладбищ участвуют в праздничных мероприятиях, организованных администрацией сельского поселения, работниками клуба и библиотеки, общественностью села. Thank you.
На сайте сообщества ВКонтакте можно подробно ознакомиться с видео и фотографиями о жизни села. Вот некоторые моменты праздника, посвященного еще и юбилейной дате – 370 лет селу Носим. И в сегодняшние дни, благодаря своей близости к районному центру, построенному мосту через Вычегду и, конечно же, трудолюбивым жителям, Носим не является угасающей деревней. Селяне живут активной жизнью и всегда рады гостям. В селе 128 индивидуальных домов и 115 хозяйств. Имеются начальная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и дом культуры. Согласно переписи, в 2010 году здесь проживало 262 человека.
Те, кто заинтересовался аэросъемками, историей и судьбой деревень и сел Республики Коми, могут посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен около 200 видеороликов. Съемки производились в Усть-Кулонском, Карткировском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усинском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.